Здравствуйте. Мы члены избирательной комиссии. Пришли вас пригласить на выборы, которые состоятся с 15 по 17 марта. Уже известны и всем даты, но лишним напомнить точно не будет. Валентина Плотникова проживает в деревне Большое Сареево. В этот раз решила идти в ногу со временем. Голосовать будет в электронном формате. У информаторов узнала интересующую ее информацию. Первый раз, конечно, так приходят. И в таких формах одежду выдались. Теперь действительно не подумаешь, что кто-то посторонний пришел. Мало ли, какие-нибудь грабители, еще кто-то. Все очень хорошо организовано. Информаторы лишнего времени не отнимают. На беседу не больше 5 минут. До обхода бригадир распределяет и дает задание. У каждого приложение, куда они заносят всю собранную информацию. Например, супруги Афанасьевы по традиции планируют прийти на избирательный участок. Очень удобно, потому что люди пожилого возраста могут, естественно, забыть, могут себя чувствовать плохо, поэтому очень удобно, что вы подъехали. И слава богу, что мы были дома, собирались уходить, погулять. В отличие от поквартирного обхода, здесь единственная сложность для информатора – найти нужный дом. А к тем, кого дома все-таки не оказалось, придут еще раз. Если жителей нет на месте, в квартире, то мы заносим базу, отправляем, у нас база есть, отправляем все бригадиру, решаем, что с этим делать, оставляем информационные документы какие-то вот и брошюрки. Так информаторы уже обошли свыше 120 тысяч домохозяйств и квартир, в которых проживают потенциальные избиратели. Напомним, адресное информирование проходит по будням с 17:00 до 20:00, а выходные в течение всего дня. Завершится 7 марта. До этого времени информаторам из поселка Горки-2 предстоит обойти 3500 домовладений. Все информаторы одеты в специальные форменные куртки со значком, имеют при себе именной бейдж. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».